Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу с вами полистать второй каталог Faberlic. Кому нравится подобного рода видео, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Появляется вот такая новинка. Водичка Urban Legend для мужчин и для женщин. Обычно ее цена 1300 рублей, в этом каталоге 799 любая, а набор за 1299 рублей. Вот, но можно получить эту водичку какую-нибудь одну за 1 рубль. Если вы зарегистрировались в компании Faberlic и не сделали еще ни одного заказа, или же вот зарегистрируетесь 22 января по 11 февраля, то есть вот в период действия данного каталога, и сделаете заказ на 1199 рублей, ну, заплатите вы, конечно же, на 20% дешевле, то в следующем третьем каталоге за 1 рубль вы сможете выбрать любую из этих водичек. Вот, так что смотрите, что вам выгоднее. Ссылка на регистрацию будет под видео. А регистрация простая, бесплатная, без паспортных данных. Занимает не более 5 минут. Заполняете простую форму, как в любом интернет-магазине, и получаете скидку 20%. А далее новинка, тушь, бесконечный объем, ультра-черная. Ее обычно цена 450 рублей, здесь она будет стоить 269. И при покупке по каталогу от 300 рублей вы сможете ее попробовать за 169. Вот, если вы решите воспользоваться вот этой акцией, то тушь нужно добавлять в каталог, в корзину не сразу, а на втором шаге оформления заказа. То же самое касается и вот этой помады, вот этой. Что-то на 300 рублей покупаете и можете взять по акции. Гели любые 2 по 85 каждый. Серия Story d'Amour. Здесь на нескольких страничках действуют желтые ценники. Покупаете 2 и можете взять, вот вам пойдет вот по этой цене желтый. Появляется новинка твердое мыло фигурное. Украшения. Для кухни. Всякие симпатичные вещички. Ну, честно говоря, вот это все можно взять на AliExpress, потому что то же самое. Пакетики к праздникам. В преддверии 23 февраля появляется много акции на мужскую косметику. Вот, например, Celsius. Этот набор идет в коробке. Соответственно, обратите внимание, что у него единый артикул. А еще есть здесь наборчики, но они уже без коробки, поэтому вы добавляете каждый товар по отдельности, и потом при оформлении заказа будет пересчет по цене набора. Здесь то же самое. Вот по отдельности добавляете. Это единый артикул имеет в коробке. Как мы видим, очень много всяких наборов. Появляется такая вот новинка, триммер. Но я думаю, что если вы поищете на AliExpress, вы точно такой же найдете набор, вот в таком же цвете, абсолютно такой же, гораздо дешевле, наверняка. Потому что с предыдущими всеми наборами по уходу за лицом, за ногами, вот абсолютно один в один все было на AliExpress, только гораздо дешевле. И Faberlic, я так понимаю, наносит вот это свое название туда, потому что производство все это Китай. Здесь также Faberlic Men, желтые ценники при покупке двух.
Шарф, зонт. К зонту, кстати, присматриваюсь. Два любых аромата со скидкой 60%, 999 рублей каждый. Здесь всего за любой аромат за 1249, а два уже 999 каждый. Еще наборчики мужские и женские. Такой набор красивый, он идет в коробке, у него единый, как я понимаю, да, единый артикул. Здесь 5 туалетных водичек и, в принципе, неплохой, мне кажется, презент. Еще такие наборы. Любые два аромата по 199 каждый. Не понравилась мне эта серия абсолютно. Ну, кроме оформления. Вот здесь, например, можно заказать любой пробник за 20 рублей. Для нее и для него. Кстати, надо посмотреть, чего у меня нет, и, может быть, действительно заказать. Пробников у меня много, но далеко не все я тестировала. Естественно, уже и к 8 марта наборчики идут. Новинка. Увлажняющий тональный крем «Абсолютный комфорт». При покупке от 300 рублей за 169 его можно приобрести. BB праймер 399 рублей, и при покупке любого продукта с этого разворота можно новинку попробовать за 249 рублей. Набор. Губная помада и тушь для ресниц 299. Блески. Ну вот этот меня не совсем впечатляет. Любые два карандаша за 169. Любые два оттенка по 109 каждый. Очень красивые оттенки, как мне кажется. Слайдеры хорошие в Faberlic. Любые два комплекта наклеек всего за 39 каждый. Вы знаете, вот этой акцией я воспользуюсь точно. По 39 это вообще просто супер цена. К тому же, естественно, что будет еще скидка 20%. Как я понимаю. Ну, во всяком случае, всегда точно бывает. Грех не воспользоваться. Пробник новой парфюмерной воды для женщин Рената. Новинка третьего каталога. В подарок за рубль при покупке любого продукта серии Secret Story со страниц 105 и 109. Вообще, мне нравится вот эта помада. Моя подходит к концу, но у меня там вот буквально чуть-чуть. Но это с моими темпами мне еще на несколько месяцев, скорее всего, хватит. Вот эти оттенки просто потрясающие. Не будь у меня огромного количества лаков, я бы приобрела. Вот эти тени все-таки
Ну вот маме не очень понравились все-таки. Она сначала не понравились, потом вроде говорит ничего, а сейчас практически ими не пользуются. Я вот самым светлым оттенком пользуюсь. Вот эти уже, ну, относительные новинки здесь разные оттенки, а здесь вот один тон. Это хорошо с собой, в принципе, брать в отпуск, когда вы сначала едете не загоревшая, а он как бы очень темный, но он подстраивается даже под самую светлую кожу. Вот, и под любую кожу подстраивается, соответственно, проблем никаких нет. Но может блестеть, надо припудриваться. А новинка средство для макияжа глаз, губ и щек. Такое универсальное. Еще одна новинка пудра для лица Светлайт. А вот эта тушь моя любимая, но вы знаете, что хочу сказать, у Фаберлик очень часто, к сожалению, бывает такая тема, что сначала появляется продукт, он супер качество, потом качество становится хуже или же через раз. И вот когда я первый раз заказывала данную тушь, она была просто обалденная, вот просто невероятная. Даже вот прикосновение щеточкой к ресницам было очень приятное. Прошу прощения, еще простужена. А второй раз тушь была какая-то не такая, но она попалась с трещинкой, я не заметила. Я думала, может быть, подсохла. Я уже ее использовала. Открыла третий флакончик, так как мне она безумно нравится. И вот я чувствую, что качество, оно поменялось. Поэтому обратите на это внимание. Любой оттенок за 89 при покупке от 300 рублей. Oxyology. Ну, вот здесь вот опять же набор в коробочке с единым артиклом. Тут я пролистываю довольно быстро, потому что Oxyology, как и в старой версии Airstream, они, в общем, всегда идут с акциями, со скидками. Здесь, в общем-то, тоже вот всегда наборы разнообразные, поэтому думаю, что можно пролистать все это. Тут как раз все как всегда. Вот из серии Проликсир у меня есть ночной крем гиалуроновый. Я его на ноги мажу. Лицо просто или поры расширяются, то обсыпает, короче, жесть. Любые два саше всего по 5 рублей. Причем не каждый, а любые два. То есть это получится по 2,50. Так что можно потестировать. Обратите внимание. То же самое в первом каталоге на шампунь. А я не знаю, почему пропустила. Но в этом будет по 5 рублей каждый. Но тоже хорошая цена. Вот я как раз говорила, вот про этот набор абсолютно один в один есть на AliExpress. Единственное, что этот набор идет в такой коробочке, я не знаю, будет ли он в такой коробке именно на Али, но то, что один в один, это факт. Тут набор Ультра Клин Грин. Серия Вербена, наборчик. Дневной крем, ночной крем и крем для век. За 299 рублей. Присмотритесь. Серия неплохая. Эта серия мне нравится чуть меньше. Любые две маски для лица по 19 рублей каждая. В старой версии я пробовала. Мне показалось, что это какие-то пустышки. В этой не брала. Вот это для всех типов кожи. Сейчас у меня гель для умывания такой. В принципе, очень даже неплохой гель. Неводостойкий макияж смывает. Но вот пахнет он как шампунь
Вот этот вот Биоарктик. Мне не очень нравится. А новинка. Зубная щетка силиконовая. Средней жесткости по 99 рублей. Эксперт Фарм очень даже неплохая серия. Тоже наборчики, скидки. Вот это вот абсолютно один в один на Алиэкспресс есть. Вот эта штука мне не понравилась. Дилайн, кстати говоря, тоже мне не подошло, но многим нравится. Например, подружка брала довольно. Серия «Зима» еще. Набор бальзам для губ, крем для рук и крем для лица. 229 рублей. Вот такой наборчик хороший. Ля крем тоже акции. Мне эти ароматы очень нравятся. Любой набор, шампунь плюс бальзам, 229 рублей. Серия спа. На серию оранжерея здесь вот любые два продукта по желтым ценникам. Страница 190-195. То есть... Стоп. Да. Специальное предложение для страниц 190-195. То есть, как я понимаю, на вообще и на бьюти-кафе, то есть можно взять несколько каких-то продуктов. Это, кстати, очень выгодно. Мыло всего вот любые 5 рублей всего за 29. Жидкое мыло. Витамания желтые ценники. Здесь тоже страница 198-199. В общем, целый разворот. Вот это. Ну, кстати, есть на что посмотреть. Вот это краса, оттеночный шампунь 69 выгодно. Но я, наверное, брать не буду, у меня еще есть запасики. Расходуется медленно, потому что волосы подсушивает, и для меня это чисто как спасательное средство. Вот эти продукты очень мне нравятся. Это по всей длине, кроме кончиков, это на кончике. Да. А вот эту люблю серию. Лак хороший. Как раз BioArctic. Часто бывают акции, многим нравится. И вот любые саше по 5 рублей каждое. Точно в этот раз воспользуюсь подобным предложением. Любая зубная паста по 69 рублей. Для самых маленьких Faberlic Baby Expert Pharma. Так, ну тут одежда. Это я пролистаю побыстрее для беременных. Так, здесь
для здоровья товары. Мне вот это нравится, номер 3. Что-то я пролистала здесь. Любой продукт 39 рублей. Давно не брала я всякие супчики. И некоторые из них вполне неплохие. Чай по 79. Денос. Так, за отсутствие маникюра прошу прощения. Уже надо переделывать. Отросли. Одежда. Фаберлик Александр Рогов. Обувь. Серии «Зимний уикенд». Честно говоря, странный принт. Сумки. Мужская одежда, детская, подростковая. Тоже вот эти сенсорные перчатки. Мужская одежда, женская. Ну, вообще, конечно, Фаберлик все же молодцы своим вот этим разнообразием бельем. Потому что всегда вот можно на минималку всегда набрать. Потому что вот, например, в Oriflame есть тоже много своих каких-то плюсов, которые мне, допустим, нравятся. Но именно по выбору товаров, по количеству товаров в каталоге для меня немножко бедновато, потому что там декоративка, парфюмерия, это то, что я, конечно, беру, но реже. Я больше, например, уходовую косметику, там всякие вкусняшки люблю. Вот. А у них как-то с этим бедновато. Поэтому не часто делаю заказы. Ну вот, кстати, чулки. Знаю, что многие хвалили, но знаю, что у меня знакомая брала. И вот это вот здесь прострочено, и просто кружево оторвалось. То есть они не поползли, ничего, просто кружево оторвалось. А вот колготки 60D, очень классные. Обожаю вот эту серию. Ну, многие знают. Вот это мне нравится. Это неплохо. Вот, кстати, два чистящих средства для туалета, 125 каждое. Возьму себе два в запасы. Очень нравится. Оно реально справляет, оно бережет эмаль, справляется со сложными даже загрязнениями. У меня их нет, но моя подружка, моя ученица, она тестировала, говорит, действительно. Другие средства типа Доместоса не справлялись, а вот Фаберликовская справилась. Пробники ультракондиционера по 19 рублей. Это хорошая цена. Здесь вот акции. Шикарные салфетки. И еще здесь акция. Появляется порошок с ароматами. Альпийские луга и морозный день. 299 рублей. Стоит любой порошок. И если вы берете порошок с ароматом, то получаете гарантированную скидку 50% с 12 по 25 февраля в каталоге номер 3 на любой продукт косметики для дома. И еще 15 счастливчиков станут обладателями стиральных машин. Их имена станут известны 19 февраля. Ну вот. Ну, еще раз напоминаю вот про эту акцию для новичков.
Ссылка будет обязательно на регистрацию под видео. Естественно, что если вы регистрируетесь по моей ссылке, всегда можете мне личное сообщение ВКонтакте написать, задать какие-то вопросы, я всегда с радостью вам помогу. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!